В Самаре пропал ребенок. На поиски Ивана Фролова брошены все наряды наружных служб полиции и ее подразделений. 13-летний мальчик, его фото вы сейчас видите на экране, ушел из дома в среду вечером. Пока так и не вернулся, всех, кто обладает информацией о местонахождении Ивана, силовики просят позвонить по телефону 02.